Здравствуйте, друзья! С вами канал Nintendo, Александр, он же Бобер. Ну, естественно, скидок с бобров сегодня не будет, потому что мы не хотим травить вас, потому что все вы видите, что eShop не работает, и если раньше можно было хотя бы через Kiwi оплатить и скачать игры, я даже подготовил футажи того, как сделать. Я купил Torchlight 2 и хотел, в скидках был Doom 3, я хотел при вас его купить, показать, что он качается, но не случилось. Вот, так что призываем вас не поддаваться панике. Я думаю, что это исключительно из-за такого нестабильного курса рубля. Заявлений каких-то громких от Nintendo Россия и просто Nintendo не было. Думаю, они просто взяли паузу, так что, я думаю, паниковать не стоит. Ваши огромные аккаунты на тысячи рублей останутся с вами, и игры вы сможете скачать. Всех, кто призывают под черный флаг становиться, осуждаем. Давайте в комментариях, поспорьте со мной, я с вами там разберусь, я приду в комментарии. Как только будут новости, магазин включат, или наоборот, мы поймем, что все плохо, мы, естественно, вам сообщим. А пока, еще раз, не поддавайтесь панике. К сожалению, нам также придется сократить объемы роликов на канале. Но ролики будут выходить, потому что все мы знаем, как работают алгоритмы YouTube. Если не подкармливать ваш любимый канал, а для меня и для двух Александров, они вообще им уже четвертый год занимаются, я вот полгода занимаюсь, но мне нравится то, что получается. Вот, естественно, мы бросать не будем. Мы хотим сохранить даже частично за свой счет и за свой хлеб, чтобы выходил как минимум один ролик в неделю и несколько стримов. В идеале два ролика и чуть побольше стримов. Вот. Но все вы видели, что YouTube еще отключил показ рекламы. Монетизацию вроде как он не отключал, но отключил показ рекламы. Естественно, нас смотрят исключительно жители СНГ. Я думаю, те, кто в Лос-Анджелесе сидит, их там 2%. Вот. И с их рекламы нам приходит не очень много. И до этого-то много не приходило. Но те деньги, которые приходили с партнерки, мы могли потратить, ну, это смешно, конечно, звучит, но на один материал в месяц. Вот. Позволяло такую дельту там соблюдать, и немножко было полегче. Сейчас даже этого не будет. Вводить ли спонсорство, мы еще не знаем. Вот, потому что, может быть, это будет выглядеть, наоборот, слишком вычурно и не нужно в эти годы. А с другой стороны, может, вы хотите нас поддержать, как-то поучаствовать в контенте. Вдруг есть тот, кто нас все это время, 3 года, любил и не знал, как нам показать свою любовь прям вот целиком и хочет нам немножко помочь. Товарищи рекламодатели, если вы здесь, приходите. Вот. До этого мы старались не показывать рекламу, потому что были некоторые ресурсы, чтобы делать просто контент без рекламы. Но здесь, если вы хотите прорекламировать какую-нибудь свою деятельность, какой-нибудь свой товар, может быть, вы рукастый парень. И вот, например, как наши товарищи шьют свечи, вот, которые у нас всегда в кадре, куда-то они делись, но они есть, мы их никуда не делим. Мы сами будем голодать, но вязаные свечи свои никому не отдадим. Вот, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про спонсорство. Также способ нас поддержать — это на стримах, Donation Alerts есть, пока он вроде тоже работает. Поддержите нас, и, возможно, на один ролик в месяц станет больше. Чтобы оставаться с нами на связи, обязательно перейдите по всем ссылкам. У нас уже до этого был подготовлен Рутуб, куда дублировались все наши ролики. Яндекс.Дзен, куда дублировались все наши ролики. Также у нас есть очень довольно развитая телега с чатиком, где полно прекрасных людей, где все друг другу помогают. И присоединяйся к телеге. Телега вроде как работает. Также есть Twitch, есть Instagram. Может быть, заведем Трова и этот новомодный китайский стриминговый сервис, если будем стримить побольше. Ну так вот, ссылочки есть все в описании. Не поленитесь лишний раз перейти, положить себе в закладочку или куда-то еще нажать. Вот, потому что не хотелось бы терять, потому что самое главное наработки — это, естественно, аудитория. Вы, наши дорогие зрители, мы не хотим вас терять и хотим вас радовать, чем вот мы здесь делаем. Немножко все-таки хороших новостей у нас есть. Triangle Strategy с нами. И это видео выходит утром. Вечером Василий обещал
в нее поиграть. Более того, у него коллекционка, у нас обычная. Александр, который у нас за полочкой стоит, обещал все-таки написать какой-то материал по ней и рассказать вам, как эта игра. Ну так вот, приходите на стрим, увидим этот шедевр Square Enix во всей красе, пообщаемся с вами, возможно, поплачем, ведь... нельзя отнимать у человека, как минимум, его священное право ныть. Приходите на стрим, вместе с вами поноем. Друзья, канал будет жить, если с вашей поддержки он будет жить еще повеселее. Не поддавайтесь панике, это самое плохое, что можно делать в данной ситуации, а мы уходим в такой режим, ну, если не гибернации, но сохранение энергии, но все так же останемся с вами. Пока-пока.